За март россияне оформили 1 миллион 57 тысяч кредитов наличными. Это абсолютный рекорд по количеству оформленных займов. Предыдущий рекорд россияне установили в декабре прошлого года, готовясь к новогодним праздникам. За год показатели спроса больше всего выросли в Белгороде, Татарстане и Иркутске. Меньше всего спрос вырос в Омске, Приморском и Краснодарском краях. Москва и Санкт-Петербург показали рост спроса в семь и десять процентов соответственно. Детали на сайте.